Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и Юлий Онешко, а.к.а. Юлиус Максимус, а.к.а. Обжора, а.к.а. тот веселый парень с канала Юры. Понятно. Чума реакций докатилась и до моего канала. Юлик достаточно давно предлагал мне начать реагировать на какие-то шоу, но мне это все неинтересно. Я предложил Юлику свой формат «Контрреакция», где мы будем реагировать не совсем на обычные вещи. И сегодня я решил показать Юлику... Сегодня реакция на видео рождения детей. Вот это все. Нет. Плоплодный вой или это на следующий? Да, на следующий. Хорошо. А в этот раз мы смотрим на Бориса Николаевича Ельцина и его лучшие перлы. А там прям угарно было? Там очень угарно было. И я знаю, многие сейчас начнут ставить дизлайк, писать, что ролик политический, но мы не будем обсуждать какие-то политические аспекты Бориса Николаевича, а просто посмотрим на него как на человека. Я не в курсе всех этих перлов, потому что в 93-м я только родился. У него было много недостатков, но он всегда был предельно открытым, честным и пьяным, прям как я. Поэтому я большой фанат Бориса Николаевича. Сейчас будем смотреть. Тут они хаотично перемешаны, не по хронологии. Я ни одного не видел. А он будет падать смешно. Серьезно? Чувак, это Ельцин. Он на самом деле этих видосов очень много. Мы бы тут могли часами сидеть, но просто мало нарезок, потому что... Наверное, не очень хорошо, когда глава страны, это типа, ну, мем. Ну да, не очень. Было как бы... Но было весело зато. Вот как бы веселье было хоть отбавляй. Цени. А вот это он тёлку скинул. Просто. Зачем? Вот. А это был... Просто смотри. Тебе подходит президент страны и кидает тебя от вирусу. А вот это смотри. Это прям как я во время «Сердец за любовь», когда начинается эта музыка. Хорошо, что у тебя барабанов нет, а то бы я тоже попьяни. Он похож на чью-то бабушку. На самую веселую бабушку на свете. Бухую бабушку. Бухую абсолютно, да. Ну пока ничего зашкварного, пока так. Нормально. Ну то есть весело. Пока да. Наконец по трапу спускается первый вице-премьер Сосковец, который путанно объясняет, что Ельцин устал и переговоров не будет. Короче, смешная история. Объясню тебе, из-за чего это произошло. Ельцин прилетел, по-моему, то ли во Францию, то ли куда-то, где его ждать для переговоров. И напился во время полета. Да, напился, его не смогли разбудить и просто улетели обратно. Типа, вышли, извинились, а он улетел. Просто они стоят, смотри, и не понимают, типа... Чё за хуйня? Где президент? Где? Посмотри прямо на лица этих чуваков. В Москву, оставив ирландцев с открытыми ртами. Ирландцы, до ирландцы. До приземления во Внуково-2 строились самые мрачные предположения относительно здоровья Ельцина. Думали, помер. А нет. Россия выглядел, как ни в чем не бывало. А он такой, а где я? Все, я похмелился. Так смотри, смотри. Я скажу честно. Я просто проспал. 18 часов в полете. До этого, понимаешь, значит, столько не спал. А службу безопасности? Сколько же он выпил, чтобы 18 часов проспать, представь? Зачем он это говорит? У него не было там, ну, имиджмейкера? Нет, нет, все время... Советчика. У него не было, не-не, он прям, вот человек, как он который, есть. Типа, сзади стоит такой, Боря, не неси хуйни, Боря, ты все портишь. Ты зачем сказал? Боря, ты ебасо страны. Ты послушай отмазку. А службу безопасности? Пришли люди. Столько не спал. А службу безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь. Им врежу как следует. Для классического объяснения советского прогульщика не хватало только сказать «я и будильник поставил, а он не прозвонил». Про пристрастие гаранта русской демократии к истинно русскому напитку судачат и на Западе, и дома. Два пузыря. Да-да-да, а вот он показывает королеве самовар. Это одна из самых смешных ебеней. Он, по-моему, даты и вообще не до конца понимает, как самовар работает. Но это очень смешно, смотри.
Русский известный самовар. А есть инструкции к нему? Причем, это не электрический, он настоящий, работающий. Куда вставляется? Куда уголь? Труба для тяги. Куда уголь? Просто чувак, труба горят. Мне кажется, ему вот этот самовар интереснее, чем быть президентом в данный момент. Он прям такой, бля, надо было слесарем стать. Да, как, знаешь, ребенок какой-то гаджет смотрит для PlayStation, типа, он такой, смотрите, вот сюда можно и уголь, и щепки. Да. Борис Николаевич, они понимают, чай пить. Ну, так, чтобы тяга была. Кипит вода. Кипит вода. Пожалуйста. Чашечку чая. Вот чашечку чая. Да, да, очень интересно. А он всегда такой вот веселый был, он увидит какую-нибудь хуйню, танцевать, блядь, или просто на качелях кататься. Непосредственный такой, детский, просто... Так нельзя. Нельзя, конечно, чувак. Но обрати внимание, вот Обаму упрекали за то, что он ходил на комедийные шоу какие-то, то есть как бы анекдоты какие-то, там стендап читал, а у нас... Вот еще сколько до Обамы лет Обама было? Обама не пьет. Обама не пьет? Да, дрянь, по крайней мере, не ведет себя как пьет. Ну, поэтому, видишь, он не искренний, как бы. Вот по нему видно, что он что-то так чисто угорает, воспитанный. А Борис Николаевич, он всегда был с народом. Всегда, он все время, да, ты смотри, полез бы другой президент на качели, блядь, качаться. Не один другой. Все, отмутило Борис Николаевич. Покатались, а руки всем жал, постоянно ходил, похлопывал людей. Заседание хоркомитета необходимо определить. Он забыл? Нет, он залип. Сейчас, залип? Сейчас смотри. Это, по-моему, прикол с это, неправильно сели. Не так сели. Не так сели. Запашен первый зам. Какой грозный. Да, у него в башку него... что-то ударило, он такой, а чё не так? У него лицо будто из теста сделано. Исправись. Сергей Владимирович, пересядьте. Чувак, в прямом эфире на заседании отчитывает министров, что они не так сели. А они пересядут, чувак. А с Ельцином никто спорить не хотел. Смотри, сказал, пересели. А типа что было-то? Почему вот так вот получилось, что в главе... Демократия пришла к нам очень стремительно, Юлик. Очень стремительно. Вот типа как так получилось, что и все глаза закрывали, типа, ну, чувак бухает. Ну, как чувак сказать? Чувак ведет себя странно. У меня, по-моему, в первый раз за него голосовали и бабушка, и дед, а потом... Уже на второй срок все кричали против Ельцина голосовать, потому что прочухали, что он нифига не собирается ничего менять, а в основном будет пить, веселиться, петь, на поле чудес какие-нибудь ходить. Пошли пересаживаться, хули делать. Это блин. Как в школе, когда вы садитесь как хотите. Рассадил с друзьями, да. Блин. Председателя правительства Сепашин Сергей Вадимович. Забыл теперь, что хотел. У него, кстати, часто такая хуйня, что он посреди предложения просто залипал и, типа, ну, не мог понять, про что он, типа, что он хотел. А? Чувак, прикинь, не понимает, что происходит, блядь. Думал, типа, танец показывать, а президент сам с ним начал танцевать, ебать. Это... Комплексов у него не было вообще. Это может пранк, может нет никакого российского государства, может... Типа, Советский Союз до сих пор нас пранкует. Да, что, типа, Ельцина нет на самом деле? Ну, типа, нет, Ельцин это актер. Ага. Нихуя вот такую кашу этот актер в 90-е заварил. Такой, ебать, это тебе не Козловский какой-нибудь.
Опять чувак с бубном, блядь. Ельцин тоже пытается, догнал. Он прям увидел, что чувак бубном, и тоже такой, я буду так, типа под ногой. А это смешная хуйня, по-моему, то ли это ГДР, то ли... Это вот сразу можно узнать, короче, Ельцина, смотри, вот он. Его легко угадать из толпы. Борис Николаевич идет. Смотри. Стойте, Борис Николаевич, стойте, ёб твою мать, трамвай! Президент чуть по пьяни не вышел под толпу. Это было тупо, такой пиздец. Ты видел, что его сначала один СБшник, потом второй, потом три, а он все равно идет прямо на дорогу. Ему типа... Борис Николаевич, что это? Какой пиздец был бы. Над нами бы до сих пор смеялись. Над нами и смеют. Президент умер под травмой. В его алкоголе крови не было обнаружено. Чисто водяра хлестнула из ран. Все, разобрались, перекрыли дорогу. Все, блять, Борис идет. Все, не едьте, пропустите, президент. Просто, смотри, пошатывается по дороге. Двое его держат. Вон, видишь, чувак, прям это, вот так вот, блядь, типа, чтобы... Ну, забавно, что тут не двое, тут, смотри, целая толпа его окружает. Ебать, они бы, их бы всех нахуй порешали, если бы они президента под трамвай... Ебать, вы должны от пули его даже охранять, а вы от трамвая, что ли, не спасли, ебать? Он же, сука, большой, как вы умудрились. А это где он это, блядь? Потом он еще дирижирует, по-моему, начал. А, да. Дирижирование оркестром, хотя в Трептов парке... Так смешно! Дирижирование — это очень сложная система. Да, это очень как сложно. Бы задаешь, показываешь, где какие ноты, где какие интервалы. А Борис просто взял палыч. Он думал, на эмоциях вытянул. Да, еще по тарелкам и настучит, типа, бля, что вообще заебись было. Ельцин еще и пел. Уверен, что наши... действия по достоинству оценят потомки. Тяжело. Листочек закрылся, блядь. Он буквы ищет. Он бился и потерял где ему. Ну он же бухущий чувак. Ты че, никогда таким бухим не был? Типа, он ему тяжело разобраться. Ну я не был президентом в этот момент. Уровень ответственности разный совершенно. Оп, немножко чуть не наебнулся. Сразу. Конец. Конец, что ли? Сюрреализм вообще. Не видел, он типа... Серьезно? Так было? Посмотрел такой, это конец, что ли? Нет, Борис Николаевич, вот же, вы же читали про это, бля. Я в шоке. Я... Золотые времена. Что такое? Пришел еще Борис Николаевич, откройте, ёпта. Значит, уверен, что наши действия по достоинству оценят наши... И в итоге закончил на этой же фразе, типа, дальше просто не стал. Захотел. Да, типа такой, ему показали, вот туда. Потомки оценят по достоинству. Надеюсь, ты оценил по достоинству. Это тоже, кстати, смешно. Чуваки все время рядом с ним стояли, это прям самое... А прикинь, как собеседование на работу выглядело. Ты вот служишь где-то там при Кремле, много работаешь, приходишь на собеседование, спрашиваешь, что за должность? Тебе говорят, вы будете ловить президента. В смысле? Ну типа, когда он от пуль защищается там, или когда на него... Не, он... Просто ловить. Но не дай бог уродить, он уже старенький. 24/7 вы должны следить за ним и его положением в пространстве. Да, чтобы оно было. Если градус стремительно меняется, вы должны... А градус у Бориса Николаевича менялся стремительнее некуда.
От 40 ближе к сотне, блядь. Ух, друзья, ну что, нам тут предлагают сразу же лучшие драки Жириновского в прямом эфире. Это будет в следующем выпуске, если вы посмотрите хорошо этот ролик. Надеюсь, вам понравилось. Кидайте в шоке. Кидайте в комментах, какие еще прикольные вещи можно посмотреть в интернете, какие-нибудь подборочки. Может, мы с Борисом вторую сделаем, может, мы пропустили какие-то веселые моменты. Думаю, да. А с вас, друзья, по лайку обязательно. Да, на моем канале вышли «Сердца за любовь». Это, конечно, не так дико, как «Падающий от алкоголя президент», но тоже весело. Да, и самое главное, подпишитесь на Юлика. Подпишитесь на Юлика. Так мало подписчиков. И подпишитесь на меня. Без этого никак. На меня можно еще спонсорскую оформить. У меня есть колокольчики, можно поставить. А если вы вдруг президент, как бы всегда рады. Да, если вы не президент, тоже рады. Мы всем рады. У меня подписчиков нихуя нету, блять. Показатели возвращаются к 2011 году, когда канала еще не было, блять. Так что всего вам доброго. Активнее поддерживайте нас в соцсетях. И до новых встреч.